Зеленая елка к нам в гости пришла, как блестят на ней игрушки, вот сосуд. Thank you.
никого из вас не трону. Веселиться к вам пришла. Только вот беда, пока я к вам бежала, мои лапки так замерзли, никак не могу согреться. Не беда, лисичка, вставай с нами в круг, пой да пляши, и мигом согреешься. Давайте, ребятки, все станем в круг. Давайте крикнем вместе, дружно. Дед Мороз, ау, ау, 3-4. Дед Мороз, ау, ау. Ой. Без вот трудился я не зря, пора в дорогу. Давайте еще раз. Последний листелин, да, остался на стене. Последний листелин, да. Слышит нас, еще раз. Дед Мороз, ау, ау. Девчонки и мальчишки, с Новым годом поздравляю, всем здоровья я желаю. Вот я к вам пришел опять, будем песни петь, плясать, станем дружно в хоровод, славно справим Новый год. Встаем, ребятишки, в хоровод. Давай,
попался. Спасибо, Дед Мороз. Давайте, ребятки, станцуем Деду Морозу веселую песенку, чтобы он нас разморозил назад. Давайте. Чунга-чанга. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песни поет. Чунга-чанга синий ослоп. Чунга-чанга лето круглый год. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песенку поет. Чунга-остро, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жить на том, что мы сын из карманы, чунга-чанга. Дед Мороз, посмотри, а на елочке ни одного огонька не видно. Сделай нам такую милость, чтобы елка засветилась, засветилась, засверкала, огоньками засияла. Что ж, для этого нам нужно, чтобы все мы вместе дружно ей сказали: раз, два, три, наша елочка горит. И раз, два, три, наша елочка горит. Не горит. Наверное, полочка горит. Опять не горит. Наверное, без родителей не справимся. Родители, помогайте детям. Три, четыре. Раз, два, три. Наша елочка горит. Наша елочка проснулась, всем ребятам улыбнулась. К елочке мы подойдем, песню для нее споем. Давайте, ребятки, станем в хоровод. Давайте за ручку. Если весело живется, делай так.
Thank you.
вам, гости дорогие! Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли место хватило? И Саше, и Наташе, Ване, Ксюше и Любаше, Вовы, Славы, Пете, вот какие дети! Раз, два, начинается игра! За рекой они росли, их на праздник принесли. На веточках иголки, что же это? Мир давно ее приметил, каждый дом, проспект и улочка. А теперь скажите, дети, как зовут? Зимний лес красиво-шенный, всюду снег лежит. Он на елке новогодний серебром блестит. Югой закружил, сказку зимнюю природу он преобразил. Здравствуйте, ребята, с Новым годом, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки, с Новым годом, а Новый год встречать, друзья, без песни нам никак нельзя.
Дед Мороз. А вот вам подарки. На всех не хватит. Я ничего не понимаю. Да что здесь понимать? Это все проделки Лешего. Это он твоего деда. Вот там. У меня дифофоз памяти. Что-то не так. Да. Нет. У меня хлорофоз памяти. Ой, не-не-не, это что-то не так. Ай, завхоз. Фу, совсем запуталась. Да склероз эти родимая. Ну и я говорю, склероз. Вспомнила, как песенка называется. В лесу родилась тёлочка. Да не тёлочка, а ёлочка. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройно. Бледная. Да не бледная, а стройная. Трусишь, как зайка серенький. В чем скакал зайка? В трусишках. Холодно зимой, поэтому мне бы и скакал. Скрипит лошадка магноногая. Торопится, лежит. И почему это она лежит? Устала, прилегла отдохнуть. Не мешай, дай песню допеть. Везет лошадка дровинки и уголь, и овес. А в дровнях дед мужик сидел, и детям песни будет елкают. Спасибо вам. А как же елка? Мы же не можем ее оставить. Елка, с ним сколько собралось. А зачем бросать? Мы все вместе пойдем искать Деда Мороза, а елочку сейчас возьмем и срубим. Ты что, кот, нельзя рубить елку? Бабушка, ты же колдунья, придумай же что-нибудь. Сейчас у всех. Кто здесь любит песню смех? Вопрос. Кто у нас не моет нос? Это я, это все мои друзья. Передай вам большое Деду Морозу, заколдовал я его. Но если вы выполните все мои задания, так и быть, расколдую обратно Леший. Вот проклятый Леший нам весь праздник портит. А ну-ка покажите. Дайте я прочитаю. Ну не переживайте, ребята, мы выполним все задания Лешего. Сейчас так, читаю первое задание Лешего. Кот, помоги мне. Ребята, нужно повторять за мной. Есть такая игра, называется «У оленя дом большой». Я буду показывать движение, а вы за мной повторяйте, хорошо? У оленя дом большой, он глядит в свое окно. Зайка серенький бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. А теперь чуть-чуть быстрее. У оленя дом большой, он глядит в свое окно. Зайка серенький бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит в свое окно. Зайка серенький бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит в свое окно. Зайка серенький бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Ну все, ребята, я думаю, мы отлично справились с этим заданием. Так, какое у нас второе задание? Наши Катя, Петя и Оля.
сердце мать нам обещай. Эй, эй, веселей, веселей и бодрей. Эй, эй, для друзей, громче музыку диджей. Раз, два, три, четыре. На дискотеке танцуют дети. Танцуют дети на всей планете. Когда играет учитель танца, ну просто невозможно на месте удержаться. А в зоопарке собачки лают и мыльные пузыри в небе летают. Веселый гном себе как прежде строит дом. И обо всем об этом вместе мы споем. Хей, хей, не робей, танцы, двигайся быстрей. Хей, хей, все громче музыку диджей. Незаметные смешинки в каждой скачущей смешинке. Вот что значит Новый год. Ну что ж, ребята, я думаю, что мы отлично справились и с этим заданием Лешего. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте и вы, уважаемые родители! Здравствуй ты, Снегурочка! Спасибо вам, что вы меня выручили! Ох, этот леший заколдовал меня! С Новым годом поздравляю! Всем здоровья я желаю! С Новым годом! С Новым годом! И с веселым хороводом! Ребята, а давайте поводим хоровод! Дед Мороз – это очень первый. Сейчас я сам буду смотреть внимательно, кто первый. Снежинки! Итак, я видел, кто первый. Теперь я хочу наградить. Первым было вот та снежинка, вот здесь вот. Вот здесь. Да ты чё? Ладно, ладно. Конкурсов еще у нас много, поэтому подарков у меня хватит на всех. Держи, держи. Все? Все взяли из этой снежинки? Молодцы. А мы соседние снежинки. Ладно, после представления еще поиграем. Давайте, ребята, мы играем, мы танцуем, рукавички валенькие. Ну-ка дружно, ну-ка вместе. Пальчики, зайчики. Ну-ка дружно, ну-ка вместе. Девочки! Девочки! Мальчики! Мальчики! А ну-ка, ребята, это была репетиция. Давайте теперь еще раз. И все смотрим на лисичку, как она будет это делать. Два притопа, два притопа, шарики, шарики. Мы играем, мы танцуем, рукавички маленькие. Два притопа, два притопа, пальчики, зайчики. Ну-ка дружно, ну-ка вместе, девочки. Ой, молодцы, хорошо как поиграли. А давайте теперь потанцуем. Давайте. Подходите ко мне. Кто с Дедом Морозом хочет потанцевать? О, молодцы, поехали. Это моя палка. Все хорошо танцуют? Все?
Все давайте танцевать. Ой, оттоптал себе я пятки. Сяду я да посижу. Загадаю вам загадку. Кто смышленней погляжу? А вот, мчусь, как пуля я вперед, лишь поскрипывает лед, да мелькают огоньки. Что несет меня? Откуда вы знаете? Ладно, угадали. Это легкая была. А вот еще одна загадка. Две проворные сестрицы бегают быстро мастерицы. В дождь бежим, в мороз бежим. Уж такой у нас режим. Лиса. Лиса, наверное, да? У лисички сестра просто не пришла, вот и все. Может быть, все-таки лиса? Лыжи. Правильно, лыжи. Угадали. А вот вам трудная загадка. Вот совсем трудная. Загадка эта нелегка. Пишу всегда через 2К. Ишь, мяч, и шайбу клюшкой бей. А называюсь я... Как быстро угадали? Я знаю, Дед Мороз. Наверное, да, это вы, наверное, где-то прочитали в газете недавно было. Я так думаю. Но еще одна загадка у меня есть. Ой, насыпала снежка, вывожу коня дружка. За веревочку узду, через двор коня веду. Олень! Так, кто-то говорит санки, кто-то говорит олень. Правильно, санки, ну все вы угадали. Ой, какие вы умные, какие вы молодцы. Всем нам очень хорошо, весело сегодня, потому что к нам пришел праздник новогодний. Ёлка-ёлка, счастье сколько, кружит-кружит хоровод. Замечательная елка к нам пришла на Новый год. Хороша наша елка. Хороша, ребята, да? Только вот чего-то на ней не хватает. Чего же? Огоньку! Надо громче, видите, правильно говорю. Давайте все вместе. Никто, чтобы не молчал, как скажут, все говорят. Давайте. Ого-го! Было громко, но не хватает голосов. Давайте попросим помощи у зала. Товарищи, помогите детям. Децибелов не хватает. Итак, команды строятся вот здесь. Дед Мороз, кот, Снегурочка, сюда. Да, за мной все. Где ваши команды? Кот, становись сюда. Кот, сюда. Лицом туда. Да, моя команда. Снегурочка, Снегурочка, сюда. Становись. За тобой вся команда. Строите очередь. Дед Мороз, сюда. Да. За тобой вся команда будет. Все у Деда Мороза, что ли? Сюда, проходите вот за эту линию. Все в линию, Дед Мороз, становись. В одну шеренгу становись. Кто знает эту команду? Молодец, ты в одну шеренгу уже. Отлично. На шарах отбегаем, отпрыгиваем Деда Мороза, Снегурочку и кота по очереди. Возвращаемся назад и отдаем шанс следующего. И также следующий бежит, понятно? Прыгай. Итак, пальцы. Назад, не считается. Только по команде. На старт.
Внимание! Так понравилось? Я тут со смеху умирал.
Почему? 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 Да вы же старенький, рассыпаться. Да я же старенький. Мне только пальцем покажи, как вы. Ребята, а теперь давайте поиграем в игру кошки-мышки. Знаете, как мы играем? Давайте поставим. Что, Мария? Иди сюда, Лиса. Так, вот такая у нас Лиса. Сразу не будешь играть. Ох, у нас еще один конкурс. Велосипедная мышка такая большая. Девочки,
в стульях сидят. Ну все, значит, одному бывает, девочка. Стульчик тебе. Молодец. Кто у нас остался? Вот у нас. Ой, ну ничего, мы ему две конфетки дадим. Ничего страшного. Две конфетки тебе. Ну, вот, Матвея, так, встаем, стульчик один убираем. Как я зовут? Оп, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Оп, сели, оп, 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 король, молодец. Оп, ты все, оп. Все, девочки, у нас это самое. Как тебя зовут? Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Так, вообще-то я говорила, бежим, а не по стульям ходим. Где, где он? Опчик. Оу, ты боже мой. Вот у нас. Вот, вот у нас. Дед Мороз, Дед Мороз. Какой больно, придется конфетку получить. Молодец. Вот когда не хочется конфеты есть, вы учтите родители. Побежали, побежали, побежали. Молодец. Молодцы, встаем, один стул забираем. Девчонки, ведем себя прилично. Так, встали. У нас все, участников все меньше и меньше становится. Решающие дела. Оп, 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 оп. Оп, что такое? Так, молодцы, теперь дальше побежали. Побежали, один стул забрали. Оп, побежали дальше. Зато конфету волшебную получишь. Раньше всех. Да, дальше все. Оп, ты круто маленький. И был бы побольше, ты бы успел. Так, дальше мальчики встали. Встали, молодцы. Побежали. Так, ну кто ж у нас? Еще разочек бегает. Даня победил у нас. Я тебе дал не одну конфетку, не две конфетки, а целых три. Молодец. Вы видели, как он победил? Как он победил? Как красиво. Поэтому три конфетки не жалко такого победителя. Я правильно сделал? Славный день прошел. Славный день прошел у нас. И грустно мне признаться, что настал прощанье. С Новым годом поздравляем! Желаю счастья и удачи, здоровья крепкого в придачу. Каникул радостных, веселых, но чур не забывай про школу. Учитесь на 4-5, по дому маме помогать. Желаем, чтобы каждый дом богат был миром и теплом.
С Новым годом, ребята! С Новым годом, гости дорогие! С Новым годом, в добрый час!